В этом году дождутся капитального ремонта 45 тысяч многоквартирных домов. Об этом стало известно сегодня после совещания Дмитрия Медведева с вице-премьерами. По словам главы правительства, подготовлен документ, который определяет требования к выбору подрядных организаций. При этом за эффективностью использования денег, как отметил Медведев, должен быть жесткий контроль. Еще один важный вопрос, который обсудили на совещании, касался продовольственной безопасности. Премьер сообщил, что подписал стратегию повышения качества пищевой продукции до 2030 года. В рамках стратегии предусмотрено создать единую информационную систему, в рамках которой можно узнать, где и из чего сделан тот или иной продукт, какие добавки использовались. Потому что люди наши в последние годы гораздо внимательнее стали к этим вопросам. Все стараются покупать именно качественное, желательно, естественно, российское и свежее, изготовленное в соответствии с технологиями. Вот. Поэтому нужно понимать, какая организация несет ответственность за качество такого рода продуктов.